Итак, как всегда, всем привет. Мы продолжаем проходить дополнение Awakening, пробужденный игры Dead Space 3. Итак, что у нас? Так, окей. Поехали. Так, подбираем все, что у нас есть. Бот ждет. Хай ждет. Все, поехали. Сейчас, подожди. Так, вот теперь будь сейчас на чеку. У меня тут уже одного хватило. Ну да. Стрёмно, стрёмно. Согласен, согласен. Так, ну и куда нам теперь шуровать? Да не важно, где дверь открывается, туда и надо. Железная логика. Так, ну мы уже походу выбираемся. О, чувак, у меня только что пузо завибрировало. Ну да. Фу. Не верю, что так происходит. The age of man is at an end. We have become too many, too little to go around. Corporations that we once trusted with our money have squandered it. The governments that we once trusted with our future sabotaged it. For their eternal Погоди, дай дослушать его. Fear not. There is a future. As promised by the prophet Michael Auckland, the Black Marker has a plan for all of you. It will lift us up from our miserable existence, and we will become one, united in body and united in spirit. Our unity will be our salvation. We will live on, not as men, but as God. The Church of Unitology is waiting for you, my friends. Throw off the chains of this life. And join us as the new one begins. I'm Jacob Arthur Danik, and I am this message. Ты лох. Brothers and sisters. Ну да. Погнали дальше. The age of man is at an end. We have been... The plan was dangerous, but simple. I fastened an adapter to hook the shot point drive up to the reactor. By overloading the reactor core, we thought we could generate enough energy to power it. I guess now we'll never know. The madness has torn us apart. We stopped listening to each other, stopped working together. Sad that I should carry my faith my whole life, only to lose it right before I die. There is no hope for a future. No rebirth. Just death. For all of us. Да. Это было жестко, однако. И? Я уже слышу нотки молитвы. Да-да, сейчас опять будет эта хрень. О, нет, похоже, неужели опять нужно головоломки разгадывать? Не уверен. Так, боты, боты, боты. Окей. Ресурсы получили, погнали. Погоди-ка. Что-то, похоже, мы что-то новенькое получили. Ладно, не важно. Да ничего не получили, пошли.
Погоди, вольфрамчик. The reactor should be right up here. Now when we get there, you're wrong, Carver. Going home is just what they want us to do. Oh, would you stop and listen to yourself? Man, you're a fucking lunatic. You're not setting foot in this engine room. Only one of us is getting out of this room alive. It is gonna be your funeral, man. Oh, нет. Э, ты где? А ты где? А, вот ты. Нет, ты чё по мне шмалишь? Ты чё по мне стреляешь, ты не понял? А ты чё по мне стреляешь? Я клюсь, я в упор тебе. Понятно, иллюзия. Где? Это ты финал. Тварь. Это финал Бэтл. Я тебе голову отстрелю. I will let you lead them home. На тебе, ракеты. Хотя ты тут бесконечный. No! No one leaves. Hold still, goddammit! Как это сделал? Ёб твою, ты где? Тварь! Мразь! Чего вас так много? Типа. Я не боюсь тебя, мразь. Ну ты молодец, не бойся. Главное, умри. Ну и где ты? О-ля-ля. О, нет, ну же ли опять? Бежим. О, ты тут! Нет, рано, даже светиться. Так. О, отвлеки его. Обалдеть. А я пока по обелиску постреляю. The marker. It's glowing. Yeah. No shit. Shoot it. He's hurt. Shoot. Давай. Он еще жив. Жди, далеко не уходи. Чё-то я его не вижу. Так, ладно, пошли. А, вот ты где. О-ля-ля! Минус один. Сюда иди. Так. О, нет. Сзади! Так, все, бось. Он снова бессмертный. Я буду предпобедником. Готово. Сюда иди ко мне. От него вали! Его валить нужно. Так, аптечки. Давай, следующий обелиск. Остался еще один обелиск. Пока погоняй его. Да без проблем. А я пока вам обелиск постреляю. Постреляй, давай. Молодец. Есть. Где он? Вот он. Да? Воу! Черт! You can kill the prophet, but you can't kill the god. Your chance to warn the earth has come and gone.
Ну что, сука, а? Последнее слово. Мудрый ответ. Фу. Теперь можно спокойно выдохнуть. Пошли к лифту этому гребаному. Да-да-да. Блин, это было круто. Это да, было, натуре. Это было эпично. Эпически. Да. Это обалдеть. Мне аж понравилось, вот бы еще раз. А, учишь, и если тут будут титры в конце этого дополнения, то мы же смотрим до конца. Да, это я понял. А то мало ли, вдруг опять что-то пропустим. Так, шансов предупредить Землю нет. Мы что будем делать? Что-что, доберемся до Земли и будем там их уничтожать, как всегда. Эй, брат, знакомая конструкция? Да, знакомая. Так, нам куда? Сюда? Стоп, наверху! Кто? Какой я глазастый. Так, ну-ка, подойди поближе, а я буду сейчас стрелять в те херни, что у него будут вылезать. Там он пока не двигается, мы же еще мы ничего не втыкнули пока. Так, я всовываю гипердвижок. Стоп! Давай вместе включаем. Алло. А, что? А, что-то включаем? Я не услышал. Давай, врубай. Да подходим к тому, ко второму. А, давай, в этом смысле. Баран, но... он в другом подходи. А, ты в этом смысле? Извини, я немного протупил. Да я свижу. А вот теперь ожидаем. Так, я в угол. Is it working? No. We need to double the power output. How? If we can find some fuel orbs, we should be able to throw them directly into the core and force a power surge. Is that gonna work? Yeah, if the ship doesn't blow up first. Вау! Это так что было? Да я шмаляю. Так, есть один сдулся. Где еще? Вон он. А, вижу. Пойду валить. Так, где еще? Вроде бы все. Все? Так, давай ищем. Ищем топливные штуки. А, вот. Вот, есть, нашел один. Есть, крутим. Пути. Есть, стержень. Взял. Кидаем. Надо попасть. Реактор. Сейчас, подожди, сейчас я замедлю. Блин. А, точно. Давай, центральный. Давай. Три, два, один. Как ты вовремя чего закрутил? И... Есть. О-о. Ух ты, ёпкою. Shit! The heat sinks are venting the core. What do we do? Shoot them! We need to force the reactor to overload. Ага. Так. Еще один. Бери стержень. А, ты да, понял, давай. Три, два, один. Лучи! Протекционные лучи! И что тебе, и что? Это плохо. Да забей, мы в костюмах, нам это не страшно. Замедли его. Слушай, брат, у нас проблема.
Isaac, that radiation, it's gonna burn right through us. We have to get to the bridge and initiate valim, the shock valim, valim, before valim. This thing tears itself apart. Let's find a way out of here. Давай, полетели. Да, ага, думаю, что легко. Deadly radiation levels detected. All hands abandon ship. All hands abandon ship. Exhaust 412 primed. Stand by to discharge. What is this thing? An exhaust tube. As soon as that door opens, you hit your jets and burn them all the way to the bridge. You got that? Yeah! Иди вон туда. Готов? А, понял. Давай, жмём. Сейчас будет... О, вылет! О, нет, неужели опять... О! Двигайся, двигайся, двигайся! А, где я? А, вот. Ускоряемся. Едеть! We'll have to bust through. Is that even possible? Would you trust me? Лох. Не, ну я понял, что я врезался, так я не понял, а куда нам мне нужно было лететь-то? Готов? Ну да, сейчас, давай. What is this? Discharging. Не ускоряться или как? Зачем? Не надо. Осторожно, 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 осторожно. Середине, посередине, посередине. Вверх не лети, главное, только вверх не лети. Ага. Середине, посередине, посередине. Посередине, посередине. Вентиляция! Ау! Ау! О, ла-ла. Head to the cockpit. We gotta launch before it blows. Yeah, I'm going. Так, нам сюда, да? Есть. Земли, 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 земли. Давай, 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 давай. А то мы сейчас станем подсадными жареными утками. Кто, опять я за рулем? Ну да. Да ну ё-моё! А, я тоже. Нет, похоже, ты будешь летать. Let's go, let's go! We may just blow up. We may just get saved by aliens again. Just hit the damn button! Летим, летим! Все, мы прыгнули. Ах, белый свет, 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 свет. Ну, вроде бы пока все нормально. Молчи. Карвер. Hey, Карвер. We're almost there. Are we ready? Yeah, I believe. De-shocking to Earth space in 3, 2, 1. Земля! Earth Orbital Control, this is Isaac Clarke aboard the CMS Terra Nova requesting clearance, over. Are you sure you got the right channel? This is over 200 years old. Yeah, no, I changed it over, right? Trust me. Trust me, it's right. EarthGov Command, this is Sergeant John Carver. Do you read me? Is anyone there? Ох, не нравится мне это. United Mining traffic flow, do you copy? Lunar Flight Control, this is CMS Terra Nova. Does anyone read us out here? Oh, нет. Ядрёнская мать! Это что, все? Зашибись! Вы что, издеваетесь?
Вот это жесть! Аминь, халлелуя! Все, земле хана. Так, будем надеяться, что будет второе дополнение. Если нет, не дай бог не будет четвертой части. Да, это реально, я жду. Ну ладно, зрители и подписчики. На этом, я думаю, мы заканчиваем данный дополнительный проходняк. Ну все. Надеюсь, будет еще. Да-да. Ну что ж, с вами был Мегатрон и Даргас. И Даргас! Да. До новых встреч всем. Пока-пока. Арривар, ребята.